Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 9 на странице 10, рабочей тетради по математике для 3 класса, автора Маром. Соедини линии кружок с номером задачи и рамку, в которой записано ее решение. В каждой коробке по 8 игрушек. Сколько игрушек в двух таких коробках? Чтобы узнать, сколько игрушек в двух коробках, нужно взять по 8 два раза. То есть нужно 8 умножить на 2, это получится 16. Игрушек в двух таких коробках. Мед разложили в банке по 2 килограмма в каждую. Сколько банок понадобилось для 8 килограммов меда? Нужно 8 разделить по 2 килограмма. Это получится 4. 4 банки понадобилось для 8 килограммов меда. На одну мужскую рубашку пришивают 8 пуговиц, а на одну детскую на 2 пуговицы меньше. Сколько пуговиц пришивают на детскую рубашку? На 2 пуговицы меньше, значит, нужно из 8 вычесть 2, получится 6. 6 пуговиц пришивают на детскую рубашку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.